Всем привет, друзья! С вами Карабаш 74, и сегодня мы с вами посмотрим вот на такое вот изобретение. Меня, знаете, меня удивило и само изобретение, и человек, кто его создал. Итак, идем смотреть. Это у нас Фуркат. Я, знаете, если честно, я давным-давно модов от него вообще не видел никаких, но здесь он бац и опять вышел этот мод. То есть Фуркат давным-давно делал этот уже квадрик, он его назвал Квадрат Мото. Ну, раз, собственно, как там говорится-то, как назовешь, так он и поплывет, пароход-то или корабль ли там. Ну да ладно, Квадрат Мото да Квадрат Мото. Сам мотоциклист на квадрике, он руль не крутит вообще, то есть он сидит как вкопанный. Поехали. Ручник, кстати, очень хорошо работает. Гаражная тележка. Да. Фуркат мне давным-давно уже показывал. У него есть видеоролик, где вот этот вот чудовищный квадроцикл таскал сортира ментовоз. Это было до такой степени смешно. Я когда увидел, я там вообще угорал чудовищно. То есть там были у него колеса побольше, здесь они, естественно, поменьше. Сам по себе квадрик, он, знаете, он сделан очень классно. Он сконверчен. Фуркат указал, что он взят из фарминга. Мод квадроцикл из фарминг симулятора 2015. Вот, он указал это. И это хорошо, что он это сделал. Давайте, наверное, знаете, что я думаю? Мы возьмем это, отцепим, бортовой прицеп возьмем и попробуем в него загрузиться. По большому счету, дизайн классный. Ну, глупо, знаете, рассматривать мод, который, в принципе, был сделан вообще для другой игры. Я не знаю, мне кажется, это глупо. Но его сконвертили, и это очень хорошо. Лишь бы это было грамотно сделано. Меня пугают, как подвеска у него двигается. Я вот не вижу никакой анимации пока. Кстати, есть камера от первого лица. Точнее, из вид водил, из глаз водила. Вот. А у него есть полный привод, дифференциал. Как бы это ни абсурдно звучало, я к тому, что тащим мы за собой эту телегу, то есть полный аншлаг. Притом при всем он это делает без проблем. Он тащит ее, и я не сомневаюсь, что он ее протащит. Это, опять же, дополнительный такой экзамен. Но он утащит ее. Сама масса квадроцикла, она, похоже, очень большая. Потому что он не больно-то напрягался. Вот сейчас он чуть-чуть напрягся, мы не можем просто в гору заехать. Он буксует. Вот сейчас ему не хватает веса. Давай сделаем ход коня. Попробуем на второе положение поставить. И поехали. Не получается, смотри-ка. Действительно не выходит. Было бы, знаете, мне кажется, глуповато, если бы еще получилось. Но он протащил самое основное, то есть это бассейн, он его протащил, но в гору, конечно, в такую гору не каждый грузовик-то заезжает, а здесь какой-то квадрик шивенький таскает такую тяжесть. Так, знаете, что я хотел? Я хотел вернуться. Мы отцепим прицеп быстренько сейчас. Так, отцепить прицеп и поехали. Посмотрим на подвеску. Меня интересует больше подвеска. Так, вырубаем все. Интересно, он быстро гоняет. Давай повышенную поставим. Да ну я бы не сказал, что это очень быстро ездит он так. Четвертое. Да, он не ездит слишком быстро. Знаете, я думаю, что этот квадроцикл можно использовать как разведчик. Он очень хорошо будет идти сюда.
Анимации подвески нету. Анимации руля нету. То есть сами колеса качаются, а подвеска как таковой вообще не имеет никакого угла качения. То есть а колеса болтаются. Вот такие вот дела. А с вами был Карабаш 74 со своим таким кратеньким обзором на данного рода аппарат. Да что ж ты, как тебя сфоткать-то? Как-нибудь классно, охота сфоткать. Так вот. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу ВКонтакте. Не забывайте обязательно ставить, ребят, лайки. Вот. Чем больше лайков, тем выше мое видео будет в топе продвигаться, тем больше его людей будут смотреть, и это будет классно. И, соответственно, с каждым разом будет больше лайков. Вот. И всем удачи, всем пока. Ссылка в описании под видео.